Давайте делать паузы в словах, произнося и молкая снова, чтоб лучше отдавалась голова. Значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать, смотреть назад внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверною дорогой. Давайте делать паузы пути. Давайте делать просто тишину. Мы так любили собственные речи, ведь из-за них не слышно никому. Своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеки мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Мы верили, что лучшее придет, себя считали кем-то из немногих, и думали, вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и снова без сомнения пройдет. А с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет.